Если у вас есть аквариум, и вы время от времени чистите его, убираете плохую воду и добавляете чистую, то советую вам, не выливайте эту воду, а поливайте этой обогащенной водой ваши цветы, как делаю я. Вода из аквариума выглядит вот так. Она обогащена жизнедеятельностью водорослей, экскрементами рыб. И поэтому такой водой очень хорошо поливать наши комнатные растения. Вода, которой вы поливаете, должна быть комнатной температуры. И поливать надо в первой половине дня. Вечером поливать растения не надо. Они так же, как мы, засыпают. И жизнедеятельность у них пониженная. Поэтому поливайте в первой половине дня. Лучше утром. Вот так вот поливаю только те растения, которые нуждаются в поливе. Растения переливать не надо. Прежде я смотрю, какой грунт, и только потом добавляю водичку. Равномерно по всему горшку. Итак, этой водичкой я полью все нуждающиеся в поливе цветы.